Привет всем! Сегодня будем готовить одну из разновидностей салата табуле. В основе лежит булгур. Для начала нужно его отварить. На один стакан крупы нужно взять в два раза больше жидкости. Я буду варить в томатном соке, напополам с водой. Также неотъемлемой частью этого салата является зелень. Обязательно зеленый лук и петрушка. Порезать их нужно достаточно мелко. А еще добавим секретный ингредиент. Это обычный арахис. Буквально одну горсть подсушим на сухой сковороде. Теперь к арахису добавим буквально на кончике чайной ложки корицы. Слегка перемешаем и еще раз немного прогреем. Теперь будем собирать наш салат. К порубленной зелени добавляем готовый булгур, арахис и заправляем все капелькой оливкового масла. Теперь остается все как следует перемешать. Салат получился очень интересный. Лук придает остроту этому салату, а легкий привкус корицы добавляет изысканность. Не забудьте добавить арахис, он придает изюминку этому салату.